рыбы стало меньше, рыбоперерабатывающим предприятиям не хватает сырья. Что-то, скорее всего, в этой отрасли неправильно. Депутат отправляется в народ, чтобы узнать, куда уплывает рыба. Ты-то сам рыбу ешь? Да, блин, слушай, она дорогая, блин. Я не знаю, мясо сейчас купить, чем рыбу. Оп! Все хорошее иностранцам, а все Россия. Весь кровище, рыба не заканчивается. Да он так. Сможет ли он завоевать доверие простых рыбаков? У нас поломка, если бы я знал, что делать. И найти решение проблемы. Это нужно было увидеть мне своими глазами, чтобы я понимал, так, вот это происходит вот так. Трудно быть боссом. В воскресенье в 23:00 на НТВ.